будешь играть? Смотри, смотри. Почему не будешь? Давай по букву. А, Б, 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 А, Б, Б. Дорогую Ниночку, поздравляем с 15-летием. Когда ты маленькая, хочется быть взрослым. Когда подрастаешь, опять хочется стать маленькой. Поэтому надо дорожить тем, что мы имеем сейчас. Вот посмотри, вроде совсем недавно все было, а как ты изменилась. Это нормально, так и должно быть. Но что-то всегда трогает нам в нашем детстве. Что-то утрачиваем, что-то нам жаль. Чистота, непосредственность ребенка, его особое видение мира. Народная мудрость гласит: кривое око и видит криво. Нет радости в жизни, когда на сердце обида. Ничто не радует, когда твое существо охвачено завистью. Пусть вдруг все красоты мира предстанут перед тобой, но они ничто, если тебе будет казаться, что ты никому не нужна, что тебя не любят. Ребенок пред Богом – защищенное создание. Сколько в нем жизни, восхищения. Он своей еще не развитой головкой, точнее сердцем, умеет больше всего ценить то, к чему взрослые приходят с годами, а некоторые совсем не приходят. Это то, что питает душу, делает нас счастливыми, открывает глаза, обостряет слух. Невольно вспоминается пушкинский пророк. Что это? Ну что, догадалась? Это любовь. Человек неверующий, когда вдруг находит Бога, то понимает, что все, что с ним было хорошего, это благодаря его Создателю. Радость, любовь – это через Бога, это и есть сам Бог. Через своего Спасителя мы можем по-настоящему любить ближнего. Что есть истина, не только Пилат задавал себе этот вопрос. Множество выдающихся ученых, художников, композиторов были верующими людьми, и, находя то, что долго искала их душа, радовались, понимали, что открыли лишь мизерную часть Создателя мира. Ниночка, дорогая наша Ниночка, сегодня мы желаем тебе в первую очередь быть с Богом. Все остальное приложится. Будут улыбки на лицах близких, обидные слова будут пролетать мимо. В трудностях ты будешь знать, к кому обратиться. Мы тебя все любим, целуем, желаем всего самого доброго. Многое лето, гнусна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Это Бог. На ель воронов взгромоздять, позавтракать уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисица сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. Говорит, так сладко, чуть дыша, голубушка, как хороша. Ну что за шейка? Что за глазка? Что за глазки? Рассказывать бы про сказки. Какие перышки? Какой носок? И верно. И верно, ангельский быть голосок. Пой, Светик, не стыдись.
Что ежели сестрица? Бексаче такой. И петь ты мастерица, будь ты была у нас царь птица. Вещунья нас похвал, вскружилась голова. От радости в забуданье сперла. И на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. Еще каркнет. Такова. Каркнет по заказу. Скажи. Кар. Молодец, девочки. Раскрасили эти качели. Это что? Это кит? Это кит. Пока выходили, мы собирали грибы. Пока мы выходили, мы сюда, там были ягоды, а не грибы, а ягоды у нас уже были все собраны, поэтому невозможно. Некуда было собирать, набрали этот букетик, а дальше уже нервы пошли. Продрались через какую-то крапиву, бурелом, забор буквально из палок сухих. Видели лэп, совсем расстроились. Душистые ягоды, да? Ягоды душистые, нет? Да. Ну-ка, скажите, кто там есть? Изображение. Обе крабы, картофлёбы. Где они там? Может, мне такие длинные ноги, а я сама такая маленькая. Стать богатеем мной. Маргоша, тебя осадила. Золото копит ночами, не спит. Не все то золото, не все то золото. Оно может не по размерам быть, Маргошки. Хоть и сверкает оно, не блестит. Не все то золото, не все то золото. Хоть и сверкает оно и блестит. Можно театр позолотить. Маргоша! Можно коврами. А, ты не кит специально захотел. Хитрый какой. Вдохновение на представление. Разве возможно за деньги купить? Вдохновение на представление. Разве возможно за деньги купить? Можно построить из вымысла дом. Можно устроить празднество в нем. Но не друг дорогой познается в виде. И примечательно, то замечательно, что без любви нету жизни нигде. И примечательно, то замечательно, что без любви нету жизни нигде. Чистое сердце в дорогу готовь.
Древняя мудрость годится и вновь. Не покупается, не покупается доброе имя, талант и любовь. Не покупается, не покупается доброе имя, талант и любовь. Лёш, не четыре, а третья. Если все игрушки мало мают, то это плохой мальчишка, да? Да. Нина, это окно в Рябово, да? Да, это Рябово. А игрушки вон там, внутри.
всех давишь. Можно к вам в деревок прийти? Нет, нельзя. Нельзя? Мало места? Люб, давай мы вылезем, а папа залезет. Теремок наш завис, нельзя. Ножка, шапка, веревка, в руке ценуя, шлабы, обычки. Скачут за мной весной олень по моему хотению, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль рвет и небо, мчит меня туда лесной. Не, ну пошли. Лесной олень по моему хотению, и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где пыль живет и небыль, он мчит меня туда, лесной олень, он мчит меня туда, лесной олень. И мы поздравляем педагогов этих ребят. Ученица Наталья Александровна Зугарова. Так, вот как Слава Сугляк, я нас буду его посту. Так, тушь!
выбьет из яйца. Пасха белая, всечестная. А позоры, кстати, делали. У нас учительница всех раздала уже персональный. Не, у нас раздавали просто препарат там всяких этих. Не, а препарат тоже раздавали. Дед Мороз! Мне кажется, там слишком много на этой галерке. У вас там слишком много. Серафим второй. Да. Серафим. Не можно брать. Серафим первый. Здорово. А что там внутри? Ты смотри. Держитесь и не визжите, нечего. Олег, скажи, кто тут на меня обзывался? Нет! Я даже отсюда вижу, как она трясется, у нее вот так ходят руки. Второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Ну, подержи, ну, за руку держи. Все посылает, да не посылает.